своими силовыми. Так, а здесь может быть опасность, удобный гол, 3-0. Это 3-0, вот и Энди Милли. Милли, он задал тон вообще этому матчу своим силовым приемом. Вот теперь он забрасывает уже и третью шайбу. Вот передача, доходит здесь шайба до Милли, и как-то спокойно он выезжает на пятак. И теперь Тянулин отдает к воротам Милли. Бросок фактически по пустым воротам. Гол 1-0, торпеды выходят вперед. Да, причем это не просто отброс шайбы, а Агустин узнал, что на дальней находится Милли, перед которым открылись ворота. Вот это передача, и Милли! Как здорово дождался, когда Милли освободится за оппонента и отдал передачу Дежафяров. И Милли без шансов для регби-борна разбирается с ним.